Здравствуйте, я Андрей Садовников, я в Тайпее на международной выставке, по-прежнему на стенде нашего друга и партнера Келлис. Только что я рассказал вам про двухподвесы, про фулы Келлис 2014 года. Здесь представлены хардтейлы, не вся линейка, как это бывает на Евробайке, на европейской выставке. Это азиатская выставка и для азиатского рынка. Но все же представление о коллекции 2014 Келлис хардтейлы вы получите. Что такое хардтейл? Хардтейл переводится с английского как жесткий хвост. Жесткий же задний треугольник и передняя амортизационная вилка. На моделях Келлис вилки, как правило, очень высокого качества. Это RockShox в данном случае или RST производители. Модель Torx 50. Один из лучших хардтейлов Келлиса. Модель Madman 50. Очень элегантная рама, дизайн. Рамы все гидроформированные, облегченные, очень прочные. Компоненты Shimano, высокая линейка. Вилки RockShox и RST, как я уже вам говорил. И обязательно все компоненты высокого качества промаркированы KLS. Это торговая марка и патентованная марка Келлис. Если вы приобрели Келлис, где компоненты не промаркированы КЛС, стоит обратиться к официальному дилеру, то есть к нам, к компании Велалим. Пожалуйста, модель ТНТ 50. Тоже великолепный хардтейл. Широкая резина 2.35, зубастая, агрессивная, глубокий протектор, который удержит вас на любом грунте, в любых условиях, даже в дождь. Дисковые тормоза, что тоже позволяет кататься в любых погодных условиях и значительно облегчает торможение. Торможение плавное. Вилка гидравлическая. Это более экономичная модель, модель более дешевая, Viper. Линейка вайперов, она для тех людей, кто только начинает еще кататься, но при этом уже хочет достойный и хороший велосипед. Это 40-й вайпер. Опять же, японские компоненты Shimano. Линейка среднего уровня, Alivio. Более простая вилка. RST-шная вилка. Это вилка механическая, эластомер. Но, опять же, все компоненты KLS. Удобное седло, седло Vela, раньше мы вам рассказывали о седлах Vela, произведенная компанией Vela, но под торговой маркой KLS. Опять же, повторяю, запатентованной маркой Келлис. Спасибо за внимание.